Погибните, подохните. Всем хай, с вами Юджин. Как у вас дела, друзья? Я надеюсь, что у вас у всех хорошее настроение. И надеюсь, что вы все сидите дома. Я настоятельно рекомендую именно это и дело. Сидеть дома. И почему? Потому что вы сможете смотреть мои видосы чаще. Сегодня я подумал, что... А я никогда, ни разу в жизни не играл в Doom. В который новый Doom 2016 года и Doom Eternal. И мне подарили ключик. Я подумал, блин, может быть, устроить неделю новинок и поиграть во всякие новые игры. У нас вот уже Ori запустилась. И, может быть, поиграть вот в эту игру прямо сейчас. Почему бы и нет, да? Я не уверен, что я буду проходить Doom. Но посмотрим мы с вами его сегодня. Это обязательно. Проба пера, в общем, у нас такая будет. Давайте, новая ячейка. Ни разу еще. Так, сделай мне больно. Ультра жестокость. Давайте на ультра. Даже не знаю. Сделай мне больно. Давайте начнем со «Сделай мне больно». Потому что я, черт его знает, я не играл еще в современный Doom. Не знаю, какой он будет на вкус, на ощупь. Но я при этом видел, конечно же, некоторые футажи. В чем суть основная, я не знаю. Против всех исчадий из глубин преисподней. Против всех нечестивцев рода людского. Против легионов мы выставим тебя одного. Рви и кромсай, пока не иссяк. Прекрасно, прекрасно! Наверняка большая часть моей аудитории, которая сейчас смотрит меня, еще даже не родились, когда вышла первая Doom. Ставь лайк, если ты видел Doom первый. И ставь лайк, конечно же, если ты не видел. Просто ставь лайк. А зачем такая большая пиктограмма вот на земле? Ведь ее никто не увидит, будучи на земле. Может быть, это для Бога? Богу показывают? На Бога, смотри. Тугар! Сейчас объясню, почему я зажал. Это, короче, замок лорда Гондорда. Кто не видел нашу с Максом «Лучших друзей», первую пилотную серию, обязательно посмотрите. Вот здесь, посмотрите. Это чисто замок лорда Гондорда. Захватчики контролируют почти две трети планеты. Угар. Ой, как тут мягенько все сделано. Какое такое все прям... Прям хочется одеть на себя его броню. Это такой ремейк старой олдскульной музыки из Дума. Ах, как мне не хватает таких шутеров. Я помню, в детстве так много времени тратил на игру Quake 3 Arena. Не так много, как мой брат, конечно же. Охрененно! Блин, они отожгли со саундтреком и совсем не очень нравится. Чего я не играл в эту игру раньше, непонятно. Я даже просто от заставки кайфую уже. О! Это даже похоже на начало Doom 2. Сэр? Ой-ой-ой-ой, что здесь? Сенса, моя сенса, простите. Ну ладненько. Вроде бы неплохо. Даже на самом деле можно чуть-чуть помедленнее сделать еще. Ох, и даже патрончики валяются так, как надо, как... В старину, ой, моя старая ностальгия. Так, что нужно делать? Нажмите, подойдите вплотную, нажмите И или мышь 4, чтобы совершить зверское убийство. Зверское убийство! Сейчас я тебя отпинаю сначала, а потом совершу над твоей... Ай, стоп! Погодите, сэр, погодите, ручки свои убрал? Молодец. Ты что подходишь ко мне сзади? Ты что, не слышал? О, как, ножки сложил. Ой, все валяется, как прикольно. Да, это бензопила. Это все люди. Ну, точнее, души. Это ведь самый настоящий ад. Я тут же запутался. Отсюда я пришел, это я помню. Все, хорошо. Блин, мне нравится расположение всех этих оружий. Ну-кась.
использовать. Руководство по выбору модификации. А, модификация, конечно же. Ладно, открываем. Бомба липучки. Достигнуто. Делай мне бомба липучки. Попробуем. У нас тут модификация. А что-то так. Хорошо, тебя можно, видимо, казнить. А, вот, все, я понял. Нафиг. О да, о да, о да, о да. Напнуть и разрезать. Черт, 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 черт. Как я отвык от таких игр, когда нужно постоянно двигаться. Блин, это круто. Погибните, подохните. Разрезать. Ой, какой красавчик. И разрезать. А он может как-то по-другому резать? Сверху, например. А, у меня бензин закончился, обидно. Блин, я много упустил в свое время. Надо было играть еще в 2016 году эту игру. Так, ребят, ну-ка быстро все свалили. Бензинчик восстановился. Мой пот выделяет. Не понимаю, что спаунится постоянно. У меня патрончики кончились. Почти что. Вон. Нет, мне как чувака, который полжизни проиграл в Quake 3 Arena, не хватает распрыжки. Я бы сейчас с такой скоростью молниеносно двигался бы здесь. Они друг друга атакуют, получается. Мне это на руку. Сейчас я казню твою задницу. Отлично. Так, эти не опасны, пока можно о них не думать. Вот этот вот чел. Напнуть, сломать ему жизнь. Блин, тут же вы беретесь-то все. Мы будем тогда достигнута контрольная точка. Хорошо, тут дают вдоволь посражаться на одной локации только. Итак, ноль патрончиков. Что могу делать? Только пинать теперь. Раз, раз, раз. Следовало догадаться. А где музяка? Где музяка? Быстро открывай двери, музяку включай. А, я могу его не озвучивать. О, я думаю, это не так. Так поправил корону. Швырни ее в огонь, нет? Деньги. Шанс преисподней ликвидирован. Темп вторжения сократился на 36,8%. Осталось еще два жреца. Ах, какая махина. Масштаб. Смотрите. Это прикольно. Ну-ка ты, ну-ка сдохни. Я попадаю по нему, но ему все равно. Стоп. Бот. Давайте модифицируем. Окей, стрельба очередями доступна. Дай мне сменные насадочки. Я себя чувствую поваром с этой штукой, которая разным способом крем выдавливает. Так, раз, два, три. Здесь просто зомбари. Стоп, это не то. Ой, как ты здесь оказался? А, я телепортнулся к нему. Погодите, меняем оружие. Не могу. Какого хрена? Ладно, пойдемте вниз, я думаю, в этом суть. А вот и я иду. Патрончики, хочу больше патрончиков. Ладно, идем сюда. А, стоп, это я броню подбираю. Кстати, забавно, что броня зеленым, а ХП синим. Это необычно. Хорошо, я так и подумал, да, что это тут, вот что нужно сделать. Слабое место, арахнотрон. У многих демонов есть слабые места, попадая по которым вы будете наносить больше им урона. Итак, какое у нас там слабое место? Дальнобольный демон-воитель. Его слабое место — турель. Арахнотрон! Быстро сюда подошел! Опа! Ну-ка, прилипало! Есть! Стрейф! Стрейф! Так, прилипало. Ой-о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 й! А, круто, что я заспавнился. Так, надо лучше изучать местность. Ребят, мне патрончики нужны. Один патрон, да вы что, издеваетесь? Во! Нужно больше. Вон он, уже истекает весь, видите?
Ну-ка, давайте еще выстрелим. Хорошо. Нету! Разрезься! Есть, 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 есть. Где эта фигня? А? Мама! Критическое здоровье! Лечилка! Срочно, вот! Все, взял. Какого дьявола? Давай казнь замутим. Все? Мы сделали? Мы это сделали. Так, 3 патрончика всего. Надо избавиться от тех, кто пулять может. О, вы видели, как ему руку пополам, охренеть. И кто потом скажет, что игры порождают жестокость? Нет, по-моему, они наоборот дают ей выход. Где ты еще можешь вот таких вот тварин? Вы, очевидно, плохие люди. Ты плохой человек, получай. Почему бы не наказать плохих людей? В игре это можно сделать. А, замечательно. Далее. Там был, там еще кто-то остался живой. Хорошо. Я даже не знаю, наверное, я пощажу его. Мне кажется, он хороший человек. Итак, колесо выбора оружия. Тяжелая пушка. Пойдемте проверим на нем. А, вас здесь двое. И все? Как-то так незначительно. Ну да, какая-то такая, она вроде тяжелая, но стреляет чересчур легко. О, боже мой, что это такое? Вот, теперь наконец-таки она появилась. Это вот то, что мы уже с вами исследовали, где мы лично сами своими ножками прошлись, да? Понятненько, спасибо. Стоп, 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 стоп. Наверх. Вот можно же сюда попасть еще. Что у нас? О-хо-хо-хо. Гоу. Теперь можно идти. А, просто они на куски разлетаются. Мало оружия, мало патронов. Так, хорошо, сдохнет, да, наверное, потом? Или мне лучше его посетить и добить? Я не могу так. Да, его надо добить. Я опять же говорю, я не играл в Doom 2016 года. Я не знаю сюжет. Но видно, что дело плохо. Ах, опять ты тварина. Для меня это как сейчас играть в старые Думы. Потому что я вообще не думал о сюжете. Для меня было так. Я просто чувак в каких-то локациях. И просто убиваю монстров. Мне этого было достаточно тогда. Так, я могу... Нет, не могу же ничего сделать. Черт подери. Ага. Мне нужны патроны. Вон, двое дерутся на кулаках. Пусть дерутся. А, черт, это не патроны. Я не знаю. Во, что ты засмотрелся на пейзаж? Так, так, так. Последний патрончик. А, блин. Давайте разрубим его. Нельзя. А, что же делать, что же делать, что же делать? Вот его можно разрубить. Так, немножко патрончиков. Где эта хрень? Где эта хрень? Вон он. Есть. Есть. О, хорошо. Еще и пулеметик появился. Как-то даже обидно убивать врагов, когда они начинают мерцать. Хочется подойти к ним и сделать нечто ужасное. Да, вот типа того. И, кстати, боеприпасы из них особо не выпадают, когда я убиваю их из пушки. А вот если я подхожу ближе, начинаются всякие награждения. Чё смотришь? Да, видите? Не дают ничего. Ну-ка, это куда нам? О! Ой-о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 й! Цепляйся. Здесь ничего интересного мне нужно. One up! Такой щек, как будто я в Марио играю. О, олдскулом пропитана эта игра. Есть. One up. Найден секрет. Ой. Смотрите, причем один выстрел ему достаточно, чтобы начать мерцать. Ну, померцай. Блин. А вот этому два. Наверное, потому что я в руку попал. Потому что имеет значение, куда стрелять.
И это не надоедает. Нужны боеприпасы. А! Какого? Он мне чем-то джиперс-криперса напоминает. Рожи свои. Давай. Давай, куда мне? Не сюда, мне надо туда, наверх. А, я понял. С помощью... Да-да-да, спасибо, я понял. Вы взяли желтый ключ, отлично. А, погодите. Простите, у меня нет шотгана. Ты что, пьяный, что ли? Ну-ка, пошел отсюда. Нельзя быть пьяным на работе, потому что можно свалиться случайно со здания. Или быть разрубленным. Да, их на самом деле особо не забьешь насмерть. Окей. Стоп! Гу, за патрончиками. А чё на пулемет не переключается? А, потому что нету патрончиков, я понял. Я уже не знаю, на самом деле, сейчас играю, задумываюсь о том, не стоит ли мне пройти эту игру до конца вместе с вами. Может быть, и не стоит. Наверняка уже повсюду... Ой, посмотрели. Черт. Черт бы тебя побрал, штука. Это был мой любимый магазин. Что ты тут делаешь? Мало, мало хп, мало хп. Очищение земли необходимый шаг светлого будущего. А, 30, 30. Воу. Кстати, это их тоже коцает, я так посмотрю. Сейчас меня убьют. Есть. Казнь. А, что мы можем? Вот для этой штуки можем открыть модификацию. Точная стрела. Давайте посмотрим. А тебе вот стрела в колено. Новое оружие, да? Осколочная граната. Нажмите Ctrl. Какая прикольная осколочная граната. А, она с плеча, да, у меня будет стрелять. Круто. Попробуем сейчас. Слабое место. Како демон. Я не знал, что он так называется. Како демон, мощный демон-воитель, кусающий жертву в ближнем бою. Если у вас... Если вам удастся попасть в открытую пасть, как от демона, бомбой, липучкой или осколочной гранатой, вы тотчас его оглушите. Кока-демон! Я иду к тебе. Где он? Ага. Попал? Попал в пасть! Давайте! О-хо-хо-хо! А я как дитё, наверное, сейчас сижу, улыбаюсь. Так, ну пошёл ты от меня. Не смей подходить. Кто это? Ты встрял в нашу анимацию, в мою анимацию казни. Это было между мной и тем чуваком. Ты все испортил. Я подобрал тут бензинчика, знаешь, для чего? Да, ты понял. Мне сейчас начало казаться, что я как будто обзор на эту игру делаю. О, как и динамично, как увлекательно. На самом деле, меня просто по-настоящему забавляет. Я давно не играл в такие игры. Ну-ка, сейчас он подойдет, я попробую. Где ты? Где ты, где ты, где ты? Иди сюда. Давайте попробуем в него гранаты кинуть. Черт, патрончика надо. Это что за блок Майнкрафта? А, нет, это просто камуфляжка. Хорош, хорош. Сейчас мы его поимеем. Нет, он, кажется, сам нас поимеет сейчас. Есть. Да почему? Обидно. Обидно. У меня вообще нету ничего, не осталось никаких патрончиков. Скорей. Хорошо, 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 все. Все, есть. Надо, короче, если ты достаточно далеко, просто добивать его. Конечно, казнь-то интереснее, но все-таки. Не надо.
хочет поблагодарить вас за поддержку. Попал. А представляете, сейчас такая раз склейка, и этот демон такой после работы приходит домой к своей жене, к своим детям. И жена говорит: дорогой, может быть, ты найдешь себе другую работу? Ну вот, такая опасная. У тебя дети. Мы все зависим от тебя. Он такой: дорогая, все в порядке, занимаюсь этим 30 лет. Завтрашний день будет ничем не примечательным. И тут я его просто сейчас убиваю, отрываю ему глаз. И фотографии его трупа приходят его семье. И теперь сразу стало жалко как-то, да, я какой-то злодей. И уверен, у всех этих демонов, которых я убил, есть очень богатая предыстория. Ха-ха, я понял. Да. Мимо брони я не могу пройти. Если ты такой же квейкер профессиональный, как я, ты знаешь, что владеешь броней, владеешь всей картой. Че ты его бьешь? У тебя... Не смей! У тебя прессовал, да? Наверное... Ах, а, ты такой же, как все. Да, ты тоже говнюк еще тот. Что это было? А, он исчез. Он в огонь превратился. Стоп. Ох, нифига себе. Ближе, ближе, ближе. Не могу. Нечем стрелять, к сожалению, друзья. А, нет, есть чем стрелять. Я знаю, что будет сейчас. Эта тварь отсюда вылезет, но я не хочу. И отсюда. Все, подохло. Просто подошел, напнул. Ну-ка, открывай пасть. Вот сейчас сначала он мерцает синим, а потом, когда совсем критично, он начинает мерцать желтым. Кстати, надо попробовать этого кака-демона разрезать бензопилой. Я этого еще не пробовал. Я слышу какие-то выстрелы, но я не понимаю, откуда они. Блин, да я не сразу увидел эту штуку. Она такая непримечательная. Так, значит, вас пока трогать не буду, а вот тебя, пожалуй. Ох, хорошо разрезал. Тварь! Ай-яй-яй-яй-яй! Давай. Еще и ты здесь! Резать! Нельзя резать! Надо отойти подальше. Давай, режь! Нельзя резать их бензопилой. Чё за обида? А! Есть! У-у-у-у. Ни хрена себе! Еще один демон. О, броня, отлично. Есть. Сломал. Я сломал тебе жизнь. Пуляй. А, она не такая дальнострельная, к сожалению. Подохни, мразь, есть. Есть. У-у-у-у. Все, в этот раз неплохо. Ух. Кто еще? Вон он. Хочется какого-то быстрого, знаете, такого налета на них. Резкий рывок, чтобы... А ну, в принципе, он это делает на каком-то расстоянии определенном. Да. А, можно, получается, не вплотную подходить. Все, я понял. Возможно, это где-то было написано, но я не прочитал. Ты где? Куда побежал? Куда ты побежал? Все, есть. О, нет. Тут будет какой-нибудь интересный босс? О, здесь.
Почему эти демоны друг с другом воюют? Непонятно. А, блин. А чё они не начинают мерцать-то? Не понимаю. Чё произошло? Вот. Это может мерцать. А те нет. Кто ещё? Нет, опять ты! Получай! Ой, блин, как мне нужно срочно где-нибудь подлечиться. Ой, как надо срочно. Вот здесь. А, блин, 10 хп. 10 хп! О, да, хорошо. Смог. Смог их всех разложить по полочкам. О, есть. Есть. Вон еще остался последний. Созидательница рядом. Она внутри цитадели демонов. Отмечаю точку на индикаторе. Прямо над вами находится место сбора жрецов преисподней. По моим данным, в самом центре этого комплекса имеется лифт. Ну что ж, пойдемте обломим им вечериночку. О, здесь слушают радио Сатана FM. А как мне? Ой. Что должен сделать? А, вот сюда пойти. Быстрое перемещение позволяет телепортироваться в любую посещенную точку на карте. Используйте его, чтобы собрать пропущенные приметы и добить уцелевших врагов. Хорошо, я так понимаю, здесь будет сейчас босс. И нам дают возможность... Еще раз пробежаться по всему уровню. Но, я думаю, мы и так справимся. Там присутствует Кан-Созидательница. Окей. Но за пределами своих владений она в полном смысле неуязвима. За пределами она неуязвима? Странно звучит, да? Нелогично. Привет, друзья! Как дела? Это возможно. Никто живой не мог пройти врата, только... Это ничего не изменит. Мир будет принесен в жертву великой Кан-Созидательнице, и источник мощи вновь наполнится до краев. Как предначертано, он поглотит жалкие души неверных. И даже ты не спасешь их от воздаяния. А, молодцы, вовремя телепортнулись. Круто. Ты уже переходишь черту. Не смей вмешиваться. Это шанс человечеству на искупление. Послужить нам за грехи. Воля Созидательницы — закон для каждого. Я активирую портал. Ты знаешь, ведь ты сам карал послушников. Мне нравится, что наш Думгай такой молчаливый и просто непробиваемо крутой. Это прям... Мне не хватает таких персонажей. Сразу вспоминаешь олдскульные боевички, когда ты просто...
и все. Окей, мы, кажется, мы прошли. Мы прошли, и на этом, я думаю, стоит закончить выпуск. Проба пера прошла очень сочно, как мне кажется. Мне понравилась эта игра, и в нее круто играть. Но я не думаю, что мы будем с вами в нее играть целиком и полностью. Я просто хотел посмотреть на нее вместе с вами и получить первые впечатления, поделиться первыми впечатлениями вместе с вами. Если вам тоже понравилось со мной пострелять, покромсать монстров, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВК, в Steam, в Instagram, в общем, во все мои соцсети. Не забудьте про наш с Максом новый канал BFF. Также скоро я выпущу видео, где я расскажу вам о том, что вообще новенького у меня, что с комиксом Game Hunters, что с моими всеми проектами, чтобы вы были в курсе. И заодно просто поболтаю с вами о мировых событиях, возможно, тоже, потому что есть о чем поболтать. Ну а на сегодня все. Увидимся очень скоро в Ори или в другой игре, которую я сниму. Надеюсь, вы будете ждать меня. Всем спасибо, с вами был Юджин, и всем пять!